Що ж, друзі, маємо обмеження зі світлом, так само, я думаю, як і ви. Тим не менш, нам вдалося відновити роботу, працюємо для вас в обмеженому режимі, але працюємо. Ну, будемо рухатися далі і будемо говорити ось про що. В організації договору про колективну безпеку заявили, що офіційний Єреван не повідомляв секретаріат ОДКБ про відмову проводити вишкіл у Вірменії. Водночас там заявили, що розуміють ситуацію в Україні, яка не може дозволити цього року провести заплановані військові навчання. Ну і пообіцяли докласти максимум зусиль, аби затверджені плани бойової підготовки колективних сил виконувалися в повному обсязі в інтересах забезпечення безпеки держав-членів ОДКБ. Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Міноборони Вірменії повідомило ОДКБ, що Єреван не вважає за доцільне проводити в Україні військові навчання організації. Така, друзі, ситуація. І зараз до нас буде долучатися політичний оглядач Марат Акопян. З ним поговоримо, зрештою, про ситуацію в ОДКБ і у самій Вірменії. Пане Марате, доброго вечора, ви вже з нами? Доброго вечора, з вами. Пане Марате, ну ситуація така, що бачите, якась не сходиться, наче сказав Єреван офіційний, що повідомили країни ОДКБ, що не будуть проводити навчання, а тут раптом говорять в ОДКБ, що нічого не знають. В чому тут ситуація? Ну і загалом, чому Вірменія не хоче проводити ці навчання от у цьому році, в 23-му? Ну, почнемо з того, що ОДКБ – це російська структура, а коли російська пропаганда не брехала? Так що вірити російській пропаганді, ну, себе обманювати. Погоджуємося з вами, так. Але тим не менш, навчань не буде. Чи будуть? Ну, власні Армії заявили, що не будуть. От. І, наскільки я слышав, ОДКБ вже сказали, заявили, що вони ищуть другу страну, де можуть це провести. Тобто, ну, самі навчання точно відбудуться, але ще будуть тоді брати в них війська Вірменії участь? Незвісно поки. Насчет цього ніяких заявлень не було, от, наскільки я слідив. Ви знаєте, зараз такі метаморфози творяться в ОДКБ, особливо після тих попиток, які Росія спробувала анексувати українські території. Вот, и сами себя выставили вне международного права. То есть в каких границах они признают страны СНГ или те же страны ОДКБ. Да? То есть непонятно. Вот основные претензии Еревана были связаны именно с этим. То есть в каких границах, где проходит граница Армении, например, с Азербайджаном, и в какой случае, в каких из этих случаев ОДКБ готова прийти на помощь, скажем, ну, согласно своему уставу. Вот поэтому Россия стала вне правового поля, и с ней сейчас поступают именно так же, потому что Россия годами использовала ОДКБ как некую клетку для тех, кто пытался куда-то двинуться, скажем, взять западный вектор. Но нет, ОДКБ это такой, ну, знаете, зашморк на шее, чтобы никто никуда не дернулся. Пане Марате, і ще є така інформація, в Білорусі заявляли їхні військові, що ось посилення, власне, польської обороноздатності, насичення там військ НАТО, це загроза не тільки Білорусі, не тільки ну, Росії в тому числі, але й всім країнам-членам ОДКБ. Наскільки зараз позиція країн в ОДКБ є одностайною, чи підтримують вони Росію, чи ні? Як ви бачите, це зсередини Вірменії, яка є членом ОДКБ? Ну, я ж із Києва смотрю, но в основному сліжу і за авторитетними армянськими експертами. Смотрите, ситуація яка. От всі ці заявлення Лукашенка, он аналогічне заявлення, що всі в одній лодці і тому подобне, він це зробив і в Єревані. Но давайте обратимо внимание на один факт. В прошлом году председательствовала в ОДКБ именно Армения. Когда было принято решение по поводу ввода войск в Казахстан, тогда они все дружно поддержали и ввели контингент. Потом, сами помните, что из этого вышло. Вот. Но когда уже Россия начала широкомасштабное наступление на Украину, тут уже Армения как бы как могла, вот эта маленькая страна, противостояла, потому что ни у кого из нормальных лидеров стран
государств, глав государства ДКБ, в планы не входило. Единственным таким камикадзе выступил Лукашенко, который идет в паре с Путиным. Вот он считает себя, что они вместе это делают и пытаются это навязать всем остальным странам. Ну, Армения, как вы знаете, одна из немногих стран на постсоветском пространстве, которая признается Западом как демократическая, приглашается на саммит демократии, как и Украину, Грузию и Молдову. То есть явно, что у Армении другие интересы, чем, скажем, связывать себя с Россией. Пане Марат, а з цим пов'язані ці мітинги, які були біля російської військової бази, які, де люди виходили з плакатами, там Росія нічого не виконує, забирайте своїх солдатів. Загалом, як можна пояснити цей протест в вірменському суспільстві і наскільки він масштабний? Чи всі хочуть отак от, щоб росіяни справді не гарантували безпеку? Ви знаєте, насчет організаторів є вопроси, тому що настроения в обществе достаточно изменились после Второй Карабахской войны, и особенно после 21 года, когда Азербайджан уже вторгся на территорию самой Армении. Фактически Россия не выполнила свои обязательства по защите своего союзника, так называемого. Вот. И после этого изменились настроения в обществе кардинально. Просто, вы понимаете, вот так называемые прозападные силы, которые в Армении есть, они сейчас достаточно разрозненные и не имеют доверия большого среди общества. Вот как только появится, скажем, более такая сила, которой народ начнет доверять, тогда дело пойдет лучше, потому что сейчас Армения практически как заминирована Россией, везде, в какую сферу не затронешь, везде российские влияния, российские ставленники, которые всячески тормозят. Я вам скажу больше. Россия чувствует вот эту конкуренцию, что особенно, что украинцы и армяне веками там живут вместе, есть многовековая общая история. Они чувствуют, что есть конкуренция, что Украина может заменить Россию и в экономическом плане, и в многих других. Вот. И особенно распространяются фейки в отношении Украины. Да? Буквально на днях опять вспомнили несуществующую байку о том, что якобы Украина поставляла фосфор Азербайджану, и те применяли это в Карабахе. Хотя это украинской стороной неоднократно было опровергнуто, такого ничего нет. Но также аналогично, скажем, российские пропагандистские ресурсы не брезгуют брать, скажем, из турецких источников, переводить на русский и через телеграм-каналы распространять фейки о том, что якобы Армения передавала там какие-то самолеты, хотя у Армении нет общего воздушного пространства с Россией, и она не могла передавать авиационную технику по воздуху. Да? Вот. Но такие немыслимые фейки придумываются, лишь бы испортить отношения Украины и Армении. В этом плане нашим журналистам и украинским, и армянским есть над чем поработать, чтобы эту ситуацию исправить, потому что Роспропаганда ежедневно строчит всякие небылицы, лишь бы удержать Армению от шага на Запад. Если, скажем, в регионе Запад представлен Турцией, вы сами знаете, какие отношения исторические у Армении с Турцией, то есть таким локомотивом для Армении на Запад может стать Грузия и Украина. Вот. И тут русские тоже работают, российские пропагандисты, чтобы ни в коем случае не допустить сближение этих стран. И вот все сочинения вот подобных фейков вот направлены на это. Пане Маратин, але ж ми бачили потуги пана Пашиняна в пошуку якоїсь безпекової гарантії від Сполучених Штатів. Це відмова від російських миротворців? Чи як? От як себе зараз поведе уряд в Вірменії? Смотрите, все шаги Пашиняна, они вот, когда страна 30 лет, я вам уже сказал, что как будто заминирована российским влиянием, они делают как два шага вперед, шаг назад. Да? И том же, вчера он говорит о том, что отменяет эти учения, но при этом он пока что воздержался выставить на Совбез ООН требования к России, чтобы разблокировать единственную дорогу жизни в Карабах. А ведь
первое требование в ООН было против Азербайджана. На самом деле там, кроме азербайджанских активистов, стоят русские миротворцы. И фактически не дают проезд армянскому меньшинству в Карабахе, вернее, армянскому населению в Карабахе, не дают проезд именно российские так называемые миротворцы. Вот. Но пока что Пашинян воздержался вывести именно требования на Совбез ООН против России. Потому что Россия, когда на первом заседании выступала как третья сторона и говорила, что не такая уж и блокада, а там на самом деле 120 тысяч населения сейчас сидят со вчерашнего дня, кстати, тоже реакция России, таким интересным образом после заявления Пашиняна об учениях в Карабахе еще и случилась авария, теперь там еще и ВРные отключения. То есть 30 тысяч детей, 120 тысяч населения сидят впроголодь уже месяц. Вот. Но Россия добивается таким образом, согласно версии армянских экспертов, Занезурского коридора, через экстратерриториального коридора, через Армению, чтобы обходить западные санкции. Вот. Армянское правительство пока противостоит этому, и Запад, как может, в этом смысле помогает, вот, политическом. Ну, тобто, йде така певна гра, я так розумію, що якщо ви, Росія, нам не допомагаєте, нам допоможе Захід. Якось так, да, це відбувається? А, ну, ви розумієте, там стільки договорів заключено за ці 30 років оборонного відомства, да? Ви знаєте, Запад просто так оружие своє не дасть країні, яка союзничає з Росією. Вот. Це Но правда. Є пути, скажімо, та ж Індія, є треті країни, які обладають вже частично западними технологіями, які це Армені передають. Но тут должно хватить решимости у армянского правительства, чтобы наконец-то сделать решительные шаги в сторону Запада, и Запад это примет. Но когда вы знаете, вот Запад же тоже не может сейчас оставить Украину или переключиться на Армению, когда Армения четко не говорит, что она хочет. Вот как только Запад услышит от армянских властей, что они однозначно решили идти по этому пути, что и оборонную сферу доверят Западу, тогда уже будут предприняты более действенные шаги. Сейчас делается так, чтобы хотя бы не дать, чтобы Армению уничтожили соседние недружественные страны. Дальше посмотреть, какой будет выбор армянского народа и армянского правительства. Ну, будем надеяться. Пане Марате, ми будемо спостерігати за цим процесом разом з вами і будемо дізнаватися від вас подробиці цих всіх важливих процесів, тому що розуміємо, що цей конфлікт у вас, війна ця триває вже так само десятки років і якогось вирішення однозначно поки що не знайшли. Друзі, Марат Акопян, політичний оглядач, долучався до нашого ефіру. Ще раз вам за це дякуємо. Поговорили про ситуацію з Вірменією, що там всередині неї, ну і, звичайно, про те, що відбувається в самому АДКБ. Це цей союз, який, як його називають, мертвонародженим, який створювався заради Росії. Це була ще одна і така, ну, як клітка, як виразився сам Марат Акопян, для того, щоб тримати ці народи поближче до себе. Ми рухаємося далі, поговоримо про замінування. Друзі шукають